как можно обойтись без оверлока? Резать оно реже, пока не идет, а какое качество получается? Устройство страшное, крокодильное, которое у нас режет. Оверлокозаменитель. Привет, вы на канале Папа Швей. Сегодня у нас интересный обзор швейных лапок и аксессуаров. Но не просто обзор, а также и, скажем так, видеопомощник, как можно обойтись без оверлока. Без оверлока, имея просто швейную машину с оверлочной строчкой. А как можно обойтись без оверлока? Да никак. Ну, это шутка. Обойтись без него можно, но если мы говорим за профессиональный уровень, конечно, оверлок является техникой цепного стежка, этот шов будет эластичный, добиться такого, даже подобного на швейной машине крайне сложно. Но если мы шьем в домашних условиях, не каждый себе может позволить купить оверлок, и мы попробуем рассказать, как же можно, какими методами обойтись без оверлочка. Итак, вот у меня есть 4 аксессуара, это 3 лапки. Вот я покажу их. Это 3 лапки. В целом они выполняют одинаковую функцию, эти лапки. Я их потом поближе покажу. Но их задача просто контролировать край и, собственно, вот закладывать стежки на нашу пластиночку, чтобы у нас краешек не стягивало. Вот и все. И у нас есть вот такое чудесное приспособление. Называется обрезчик или как бы оверлокозаменитель, который в состоянии не только контролировать край, но и обрезать его. И, как по мне, это, в принципе, очень интересная штуковина. Ну, как она работает, мы проверим чуть позже, как она шьет на машине, за счет чего она обрезает. Ну, тут за счет чего обрезает, понятно. Вот нож, собственно, который, когда мы вот двигается у нас вот этот вот штыречек, у нас, собственно, двигается наш нож и обрезает. Ход достаточно мелкий. Посмотрим, не закусывает ли он, к примеру, тонкие ткани. Как он обрабатывает их. И, собственно, как он шьет. Вот такой вот механизм чудесный. Который, ну, как заявляет производитель, должен хоть как-то облегчить процесс шитья оверлочной строчкой. Ну вот, что сказать, машины швейные имеют практически все оверлочную строчку. Выглядят они вот приблизительно как, не приблизительно, а вот так и выглядят. Это вот 9-я, потом 11-я, 12-я применяется в виде оверлочной строчки. В компьютерной машине оверлочная строчка на порядок лучше, чем в любой электромеханической машине. Это нужно понимать. Не зря мы выбрали компьютерную для своего теста, чтобы получить, ну, максимально приемлемый результат для шитья. Если мы говорим о шитье, к примеру, на электромеханической машине, там, конечно, она получается чуть-чуть хуже, но тоже вполне приемлемая для шитья в домашних условиях. Ну что, посмотрим поближе. Приступаем к проверке наших аксессуаров. Я беру оверлочную лапку с буквой C. Это непосредственно лапка оверлочная, подходит к швейным машинам Джанамо с горизонтальным челночком. Ну вот, к примеру, если мы выберем, сейчас я вам покажу поближе. Ну вот, 11-я строчка у нас оверлочная, вот 11-я. Он сразу рекомендует лапку C поставить, ну и выставляет оптимальные настройки. Лапка меняется все как и обычно нажатием. И подставляем нашу оверлочную лапку и защелкиваем ее. Так, промазал, защелкнули. Данная лапка как бы устанавливается на машину и, как я уже говорил, край контролирует. Попробуем протестировать ее вот сначала на каком-то габардинчике. Предварительно нам нужно, получается, краешек, край нашей ткани, сейчас покажу, вот, обрезать. У меня уже он обрезан. Вот. То есть и пробуем, стачиваем, обметываем этой лапкой. Устанавливаем. Так, я бы сразу чуть-чуть погуще бы сделал. И тестируем. При этом
машина, оверлочная строчка, не работайте на максимальных скоростях. Средняя, да, по-моему, машина даже не дает максимального. Достаточно быстро, все равно я бы снижался. Все-таки здесь нужно быть аккуратным. Ну, я думаю, этого достаточно. Мы уже сможем убедиться, как она прошила, как обработала край. Так, вот сейчас я уберу. И вот покажу. Вот так выглядит наш край. С одной стороны. И вот так с другой. Ну, видно, что немножко игра натяжением здесь нужно поиграться. Но в целом, обработала неплохо. С оверлочной лапкой. Думаю, стоит перейти на, к примеру, трикотаж попробовать. Габардин габардином. Трикотаж он эластичный. Вот, тянется хорошенько. Сейчас мы обрежем край. Конечно, обработать трикотаж будет гораздо сложнее. Желательно, если вот вы решили все-таки на швейной машине обрабатывать трикотаж, будьте внимательны, не пожалейте проложить какой-нибудь, приклеить стабилизирующий материал, или, возможно, даже банально подложить бумагу. Ваша строчка тогда будет на порядок качественней. Тестируем. Вроде бы идет неплохо, да? Посмотрим, что у нас получилось. Получилось, я бы сказал, какая-то бяка. На швейной машине, конечно, трикотаж, как я и сказал, нужно использовать стабилизирующий материал. Но такая строчка никуда не годится. То есть она где-то чего-то вроде бы смогла, здесь гуще, здесь реже. Но вот, ну, не подходит швейная машина вот для обработки края трикотажных тканей. Ну, это даже не от швейной машины зависит, это, в принципе, ну, просто не подходит. Это неправильно. Джинс, конечно, джинс там более плотный, без проблем. Но трикотаж, если обрабатываем край, приклеили стабилизирующий материал, получится вот так. Джинсуха, давайте попробуем на джинсухе. Ну, как видно, с обработкой плотных тканей проблем особых никаких нет. Игра натяжения нити. Да и все. Ну, то, что я говорил, что перетяжечка, это уже игра натяжением. Ну, в целом, строчечка культурная, аккуратная, не даст вам осыпаться. Тем более, можно сделать его гуще. Перейдем к самому интересному. Это наш аппарат, который в состоянии еще не только контролировать край, но и обрезать его. То есть, если на этой лапке мы должны край предварительно обрезать, то вот с таким механизмом мы можем сразу же и одновременно обрабатывать срез и обрезать его. Устанавливается он как и верхний транспортер. Кстати, ссылочку вот здесь вот я оставлю. Посмотрите, мы снимали видео интересное, как пользоваться верхним транспортером, для чего оно нужно. И, собственно, здесь устанавливается все то же самое. Покажу, вот этот штыречек у нас попадает. Штырь, который затягиваем иглу на игловодителе. Ну, а так больше, ну, затянули здесь болды и все. Все по-простому. Думаю, стоит нам протестировать с габардина, начать, посмотреть, как оно работает. Используя эту лапку, нам нужно обязательно сделать надрез. Зачем это нужно, сейчас покажу. Вот так вот на ткани, вот показываю. На ткани делаем надрез, вот. И теперь мы просто можем качественно... Сейчас я вот это вот правильно дозаправлю. Теперь мы можем качественно и правильно завести нашу ткань, чтобы машина могла стартануть, вот. Разрез у нас под нож. И здесь у нас все готово. Все. Так, стоит у нас... Ну, собственно, эту строчку и оставим. И поехали. Но предварительно установив
Потому что для какой машины подходит? Для этой точно подходит. Для джаномок, бразеров подходит. Но вы предварительно в любом случае выставьте строчку и махом колесом прокрутите несколько раз, чтобы все у нас правильно работало и ничего не било, там игла не била в лапку. Все, медленно запустили, ускоряемся. Больших скоростей не давайте, средняя скорость, все-таки механизм должен работать не на максимальных скоростях. Периодически его этот механизм требуется смазывать, прослужит дольше. Вот так вот нас обрезает, видно, что, вот видите, ход короткий, поэтому, возможно, будет немножко рваный край. Сейчас посмотрим, как он завершит нам это все. Тормозим нашу машину. Да нет, в принципе, край вполне приличный получился. Даже я бы не сказал, где-то в каких-то местах вот чуть-чуть рваный, но это так, небольшая бахрома. Но как считаешь, справилась вроде вот супер просто. Ну и вам покажу, и вам покажу. Вы подпишитесь, и вы подпишитесь. Что твои мысли по этому поводу? Ну, как для лапки и машинки в домашних условиях, считаю, супер. Я думаю, если взять габардин, джинс, давай джинс еще попробуем. Два слоя, да? Потянет он, как думаешь? Думаю, нет. То есть, да давай попробуем. Джинс все-таки не цацкий пецкий. Нет, так а какая разница? А, ну да, он даже так фискарсом режется достаточно тяжеловато. Ну, проверим. Как минимум, наши зрители должны понимать, можно ли использовать такой аксессуар, хотел сказать гаджет, такой аксессуар для шитья джинса. А ты сам как думаешь? Ну, сейчас посмотрим. Зря такая крутила на максимум. Но он режет нормально, посмотри. Конечно, посмотрим сейчас, что получится, но режет, видишь, вообще без проблем. Ход короткий, был бы ход бы подлиннее, было бы супер. Было бы качество обрезки еще лучше, если был бы длиннее ход у этой лапки. Но, наверное, ввиду того, что у нас вниз вверх опускается не так глубоко, да, грубо говоря, поэтому мы имеем ход короткий. Показываю. Да классно обработал. Супер. Посмотри. Идеально. Джинс, габардин, проблем нет. Ну, трикотаж мы даже на той лапке видели, там есть определенные проблемы. Ну, давай уже ради эксперимента делаем надрез, тестируем здесь. Но я еще увидел, видишь, там моя ошибка была. Я сильно густой стежок сделал. Я вот сразу дам немножко больше длину стежка, чтобы убрать такую густоту. И посмотрим. Ну, я, конечно, на трикотаже там не рассчитываю получить какой-то супер результат, тем более в таких условиях. Со стабилизирующим материалом было бы, ну, для домашнего использования было бы неплохо. Ну, посмотрим, как он порежет. В принципе, с порезкой справится, нет. Ты сейчас так покажешь, что люди от оверлока откажутся. От оверлока, если ты хочешь шить качественно, от оверлока отказаться просто невозможно. Даже кто-то из подписчиков писал, что забросила шить, потому что у меня не было оверлока. Потому что то, что я сшила как бы на швейной машине, это получалось качественно. Как только доходит дело до обработки, говорит, все, уже руки падают. Ну, руки падают. Ноги ходят, руки падают. Дорежем. А мне нравится, как режет. Вот честно тебе скажу, я даже не ожидал такого результата. Трикотаж супер. Смотри, она даже лучше обработала трикотаж, чем с той лапкой. Супер. То есть она поджимает, давай с другой стороны посмотрим. Ну, здесь то, что перетягивает немножко, это натяжением уже поиграетесь. Слушай, сколько стоит такое приспособление? Порядка где-то $10-15 приблизительно. Ну, много оно их стоит. Посмотрите, классный результат. Это трикотаж, это резинка. Ну, не совсем не самый худший трикотаж, но это трикотаж. И это удивляет. Все, у меня последняя в загашнике. Это тоненькая вот сеточка. Вот так вот, меня видно? Парам-пам. Ну,
А вот это еще и резиновая сеточка. Вот за это я переживаю как бы больше всего. Слушай, ну после того, что она сделала, я уже почему-то уверен, что и сеточку проделает. Проложит строчку качественно. Да ты договоришь, потому что уже тестировал этот аксессуар. Я первый раз вижу, как он работает вообще. Правда? Только, ну, в Ютубе там кто-то когда-то показывал. Я даже в Ютубе не видел. Мне кажется, мы первые... Или нет? Нет, где-то попадалось там кто-то. Так, ну, тонкую, наверное, погуще сделаем, да? Вот так вот, где-то на полторашечку. Прям роликовый, что? Ну, не роликовый, но тоненькая должна обработана быть поплотнее. Ну, на самом деле, вот тонкая ткань лучше всего, знаешь, чем обрабатывается? Я бы его подворачивал улиткой. Улитка 2-3 миллиметра, подвернул и шовчик сделал бы. Это самый лучший вариант обработки края. Ну, шифона, органзы и тому подобное. Улитки это в будущем. Ну, мы просто протестируем, попробуем. Возможно, это невозможно. Но я другие методы вижу обработки тонких тканей. Вот. Я не пойму, медленно просто идет. Я же густо сделал, я не знаю, резать оно режет, вот ткань идет, а как, какое качество получается, нужно последить. Ладно, думаю, хватит, да? Слушай, интересно, такому приспособлению еще зубья можно приделать было бы? Ну, смотри, конечно, вот, тонкий не шик, ну, что-то там наколомпоцало. Но, тем не менее. Ну, я же говорю, это не самый лучший метод обрабатывать тонкие ткани на швейной машине вот таким вот образом, с помощью оверлочной лапки. Лапка-улитка для подворота, все что угодно, но... Кстати, знаешь, как можно было бы попробовать обработать? Зигзагом. Мелкий зигзаг, оверлочная лапка, мелкий зигзаг и погнали. Вот обычная оверлочная, я думаю, это был бы результат. Ну что, подведем мы наши итоги, да? Может, ты что-то не договорил? Скажи мне. Или все договорил? Ты... Ну, то, что у нас несколько оверлочных строчек, и заменить оверлок все-таки можно, да? Пусть это будет не самым лучшим качеством, но, тем не менее, швейной машинкой можно обойтись и без оверлока. Если вы, конечно, ну, для семью обшиваете себя, если, конечно, ваши требования чуть выше, вы перфекционист, хотите качество, как фабричного, ну, швейная машина оверлок не заменит. Опять повторюсь, швейная машина – это механизм челночного стежка. Все швы у него не могут быть эластичными. Не все, а в принципе они не эластичны. Есть имитация эластичных швов, но они не эластичны. А оверлок и распошивальная машина – техника цепного стежка, которая делает эластичный шов, он хорошо тянется, он красиво обрабатывает, он красиво обрезает. Это уже техника предназначена специально для трикотажных тканей, ну и, собственно, другие ткани тоже можно обрабатывать. Ты что хотел добавить? Да, скажи зрителям, ты там положил еще две верлочных лапки. Это что, чем они отличаются? А, ну, в принципе, вот лапки как бы сами по себе особо-то не отличаются по своей конструкции. Вот, это три лапы. Вот, к примеру, специальная лапка, покажу сейчас поближе, вот так вот. Навелось фокус? Да? Вот покажу поближе эту лапку. C. Это для Джанаме. Лапка специализирована, используется она для вот такой вот строчки 12. Видите, у нее дополнительный зигзаг еще есть в этой оверлочной строчке. А остальные две лапки, вот, которые у меня есть, они, собственно, просто контролируют край, и у них пластинка, это сейчас покажу поближе. Вот, а эта лапка... У нее пластинка как бы сплошная, и уже для такой вот сложной строчки, как 12, она не подойдет. Вот это нужно учитывать. Опять-таки, есть лапки немножко, пока конфигурация отличается, для Джанаме, Бразер, Сингер. Это уже лучше спрашивать и у продавцов, чтобы наверняка к вашей модели это подходило, потому что вот однозначно сказать, что эта лапка подходит к этой машине, я не могу. Или тот вот так. Устройство страшное, крокодильное, которое у нас режет, тоже не могу. Поэтому уточняйте лучше у продавцов, но мне устройство понравилось. Я, кстати, отзывы видел в интернете, не самые лучшие. Я результатом доволен. Ну или кто-то отзыв писал, реально профессионал, который шьет на оверлоке и потом решил вместо оверлока купить себе, конечно. А, кстати, нож здесь съемный, в этом аксессуаре нож съемный, его можно затачивать.
Поэтому, в принципе, вот лапка купить, не знаю, возможно, невозможно, не встречал. Но нож можно заточить. Я как перфекционист, который люблю качество хорошее, все-таки бы больше склонялся к оверлоку. Но считаю, что в домашних условиях оверлок заменить вполне реально. Поэтому спасибо, что смотрите. Хотелось бы еще, знаете, какую информацию от вас получить. Вот если вам это понравилось, устройство, ставьте лайк. Если вам понравилась оверлочная лапка, ставьте дизлайк. Посмотрим, кто к чему склоняется. А если вам нужен оверлок, подписывайтесь на наш канал. Мы еще будем снимать много обзоров про оверлочки. Будут разные модели, интересные. Да и про машинки швейные будут. Да и про аксессуары мы продолжим снимать.